Доброе утро. Сегодня 6 августа. Опять на том же месте. Пока тихо. Даже ни одной поклевки не было. Погода сегодня такая довольно мрачная. Даже с утра чуть-чуть дождик капнул. Совсем немножко. А сейчас вот пока тишина. Хотя в принципе сейчас стало тихо. Не так холодно, как вчера. Вчера был ледяной просто ветер. Сегодня природа успокоилась. По идее, должен начаться клев. Но рыба гуляет, а вот пока что-то брать не желает. Причем пока ни на что. Ни на удочке, ни на донке. Пока все тихо. И вот, буквально минуту назад. Удар по донке. И... неплохой окунь попался. На выползка и на парыша. Ну, конечно, ударил хорошо. Теперь попался вездесущий бирюк. Сейчас время почти 6. Да, наверное, 6 утра ровно. Ну, опять клюнул. На червя и опарыша. Хорошо клюнул, кстати, недалеко от берега. На удочке пока не клюет. Вот не понимаю, необъяснимый пробовал. Начинается где-то с 6 вот до 8 утра. Вообще никаких поклевок. Вот уклейка только что-то там подергивает. Это очень слабо. Так больше вообще ничего. Один раз на донку дернул вот после поимки бирюка. Бирюка я поймал в 6. И вот сейчас уже 20 минут 8 и все. Все глухо. Что здесь за секреты такие, что тут за временные какие-то провалы? Непонятно мне. Ну ладно, будем ждать. Может быть, начнется еще клев. В общем, опять очень тихо все. Поклевок на донку нет уже часов, наверное, да где-то с половины седьмого. Ни одной путевой поклевки так и не было. На удочку вообще почему-то сегодня не берет. Поэтому занимаемся ловлей уклейки. Потому что я просто не знаю еще, что тут можно поймать. Потому что и не клюет ничего. Практически. На выползков ничего не хочет брать. Ну, будем ловить уклейку. Пытаться ловить уклейку. Что же, не гарантированно это все. Ну, двух уклеек я поймал. С дна вообще отказывается брать. Даже несчастная уклейка, и то клевать не хочет. Ну что это такое? Хо. Плотвичка. Уклейка, в общем-то, это рыба, которая всегда выручает на дону. Где бы ты ни был, она точно клевать будет. Но, конечно, очень печально, то, что на донку вообще с 7 утра нет ни одной поклевки. Понятия зорьки вообще, как таковой, на дону, похоже, нету. Потому что здесь клюет очень плохо. Вообще, у меня складывается такое впечатление, что... окуня, щуку, судака здесь проще поймать, чем какую-то мирную рыбу. Потому что я не понимаю, но ее просто мало. Подлещика практически нет. Плотва клюет очень редко. Сегодня вообще, я не знаю, полный коллапс. Не клюет вообще ничего. На донке вообще бесполезно ждать. Это либо случайный бирюк, либо вот сегодня окушка еще поймал. И все. Белая рыба почему-то тоже не клюет. То есть лучше ходить, наверное, со спиннингом, чем ставить все эти донки. Потому что толку от этого не вижу.
Поймал я сегодня 4 уклейки, одного окуня, одного бирючка и одну плотвичку. Ну, да, за рыбалку с 4 утра это, конечно, очень плохо. Наверное, в следующий раз возьму спиннинг, буду на спиннинг кидать. Потому что почему-то вот белой рыбы здесь очень мало. И подлещик тут не клюет, ни плотва не клюет. Не понимаю, в чем дело. Может быть, окунь здесь хорошо будет брать. На виброхвост, я не знаю, на отводной. Посмотрим. Но погода стала лучше гораздо. Тепло. Вообще, по идее, должна рыба начать клевать. А сегодня она вообще ни в какую. Ни возле берега, ни на донке. В общем, так вот.